Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва не сдался властям вопреки решению суда, который в четверг выдал ордер на его арест. Срок для добровольной явки в полицию города Куритиба истек вечером в пятницу. Экс-президент все еще находится в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, штат Сан-Паулу, где собрались сотни его сторонников. В конце января Лула да Силва был приговорен к 12 годам и 1 месяцу лишения свободы по делу о коррупции. В ночь на четверг Федеральный Верховный суд Бразилии разрешил поместить бывшего главу государства в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта. В Куритибе у полицейского участка собрались противники Лула да Силва, требующие его ареста. По данным местных СМИ, правоохранительные органы продолжают переговоры с адвокатами бывшего главы государства, чтобы убедить их подзащитного добровольно сдаться властям.